День знаний на телерадиоканале «Страна-ФМ». Елизавета Комлева, 7 лет. 1 сентября – День знаний. И в этом году я пойду в школу. Мне пока только 7 лет. Но я часто думаю о том, кем же стану в жизни. Какую получу профессию? Но кем бы я ни захотела стать, я уверена. Мне надо хорошо учиться в школе. Я хочу поздравить всех ребят-первоклассников с этим радостным событием в их жизни. День знаний на стране FM.